Все готово? В принципе, чисто здесь. Доброй ночи! На улице октябрь, 24 сегодня, да? 25. Достаточно холодно, но мы не перестаем гонять, короче. Недавно приобрел рацию. Вот мы сейчас по рации общаемся. Я на финише, пацаны на старте. Ариста против Скайлайна. Третий заезд. Скайлайн против Аристы. РБ-25 против К-24. Перезаезд Skyline против Civic Throttle. Сейчас будет заезд Honda Civic К-24 против СГ-9. Да. И прогнозы? Ну, я не знаю, если будет заезд с места, то это как бы непонятно. Ну, они уже как бы с наката заехали, да? Как бы. И какой исход был? Ну, Civic уезжает на третьей передаче. На сколько корпусов? Точно хозяин Civic сказал. Ой, Адыл сказал точнее, не знаю, на сколько корпусов. Ну, сейчас посмотрим, заезд с места. С места заезд. О, они поехали. Я думаю, Civic выиграет. А 1-0. Civic против СГ-9. Три корпуса! Ну что, пацаны, 1-1 СГ-9 против Цивика. Димок, как ты думаешь? Мне холодно. Че, Мура? Как ты думаешь, какой результат будет? По-любому Субару. Субару рулит, ребята. Хонда рулит. Этого не хватает. Ай, вот. Ну, Сролла как-то нечестно будет сейчас. Civic впереди. Поехали. Вот. Ну,
Я бы не сказал. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Два корпуса. ГФ впереди. Впереди заезд Ариста против ГФ. Так, старт хороший был вроде. ГФ впереди. Ариста не поехала почему-то. Две фуры. Четвертый заезд ГФ против Аристы. Раз на раз. Ну, как всегда, ГФ впереди. Не-не-не, догоняет ГФ. ГФ впереди. О, Фарик взял в конце.